Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел бы рассказать о подключении релюшки к Arduino. Вот, это как бы уже 10-й урок. Вот, здесь мы будем подключать модуль на два реле. Вот, вот она схема подключения. Значит, смотрите, значит, она питается от 5 вольт. Вот, земля, у нас 4-й пин, да? И посередине два пина, это управление реле. Один пин одним реле управляет, второй пин другим. То есть мы подключаем их как раз один пин к А2, вот, другой пин к А3. Вот. Ой, не к А, а к Д. То есть, извините, к цифровому, не к аналоговому порту. Вот. То есть довольно-таки простая схема. Всего достаточно 4 проводка для подключения у нас к Arduino. Вот наш скетч, значит, смотрите, тут все тоже как бы просто, да, объявляем пины как раз, реле 1 у нас второй пин подключения, реле 2 третий пин, то есть вот мы видим как раз второй пин и третий, вот, собственно, ну и все, объявляем эти два пина в состоянии output, дабы отключить у нас на выходе резистор встроенный, да. Ну и собственно чередуем. Сначала мы режим реле 1 вводим в состояние high, то есть подаем на него напряжение, то есть подаем на него единицу. Вот. Потом подаем также на реле 2 единичку. Вот. Между ними вот одну секунду ждем. Подаем единичку на второй реле, ждем. Потом на реле 1 подаем нолик, то есть убираем напряжение, да, то есть команды low у нас ничего не подается. Вот, потом опять ждем секунду, и на реле 2 low подаем, и опять ждем секунду. В итоге у нас будет как бы цикл такой небольшой, у нас будет периодически включаться в реле. Сначала первое, потом второе, потом первое выключаться, потом второе выключаться. Вот, это как бы простой такой пример для подключения реле, то есть чтобы научиться с реле работать. Вот. Ну что ж, давайте сейчас подключим Arduino, то я ее не подключил. Будем это все на Arduino Uno делать. Вот, подключаем, точнее заливаем скетч. Все, скетч залит у нас. Так, ну в мониторе порта у нас ничего не будет происходить. Вот. Так, ну что ж, все. Теперь давайте, наверное, посмотрим наглядно, как у нас реле будут включаться и выключаться. Так, ну что ж, смотрим. Вот она у нас, модуль реле. Вот 4 пина. То есть как раз красный, это у нас 5 вольт подключением. Коричневый, это у нас земля. Синий, это вот реле 1 в пин 2 подключен, вот, и оранжевый у нас в пин 3 подключен. Вот, собственно, схема довольно-таки простая. Значит, на релюшке что у нас есть? Еще два индикатора есть световых, светодиодных. Вот, то есть при включении реле у нас будет загораться диод. При включении второго реле второй диод будет загораться. На выходе реле у нас вот такие вот выходы. И сюда будут подключаться, если мы подключаем реле, допустим, к чему-нибудь, вот, сюда будут подключаться 220 провода. Например, освещение, да, то есть будет у нас фаза 0 заходить, вот, и как бы вторую фазу еще сюда. То есть одну фазу мы 220 будем, на нее постоянно будет 220 подаваться, вторая у нас идет в лампочку. Вот. Суть какая? У нас реле либо включает, то есть замыкает, да, контакты, чтобы ток проходил, вот, либо отключает, то есть ток не проходит. Собственно, в этом и весь принцип работы реле. То есть у нас реле либо обесточивает какой-нибудь прибор, либо включает его. То есть когда единичка подается на вход, она, значит, как бы ток подается на ноль, нолик, значит, у нас ток перестает подаваться. Вот. Наверное, фигово объяснил, но как могу, так сказать.
В общем, дальше у нас будут просто уроки, и мы будем подключать реле именно к определенным приборам. Вот я думаю, там наглядно как раз покажу его работу. Вот. Ну что ж, давайте подключим и заодно посмотрим, как вот у нас этот скетч будет работать. Так, сейчас. Значит, смотрим. Вот у нас включается одна, вторая релюшка. Вот, и они вот по очереди щелкают еще так, то есть замыкают, размыкают. Вот. Ну, давайте, наверное, для пущей уверенности возьму сейчас. Возьму тестер, подключу его на прозвонку, вот, ну, чтобы видно было на прозвонку. То есть, сейчас, одну секундочку. Вот у нас звук, видите, да? То есть берем. Видите, вот у нас. Вот. Либо у нас, когда включается реле, у нас звенеть начинает. Выключается, перестает, собственно. Вот видите, да? То есть реле правое, когда включается, оно звенит. Вот. То есть как раз вот когда индикатор загорается, у нас вот эти перемыкаются, то есть напряжение пошло дальше во второй. Вход, как бы. Когда реле выключено, на этот вход у нас не подается ничего. Вот. Таким образом и делают, собственно, управляемые выключатели с помощью реле. Такой же примерно реле стоит и в нашей умной розетке, которую я разбирал в предыдущих видео. Вот. Ну что ж, друзья, на этом урок по реле закончен. Он у нас уже по счету 10. Вот. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, у кого есть вопросы, оставляйте в комментариях. Вот. Значит, смотрите, в дальнейшем нам понадобится для урока реле на 4, точнее модуль на 4 реле. Вот, мы будем там много всего подключать. Вот, поэтому, если хотите, прикупите. Вот, я уже заказал, он в пути, вот как придет, собственно, следующий урок я сниму уже с модулем на 4 реле. Вот, ссылочку на этот модуль я тоже в описании оставлю. Вот. Ну что ж, друзья, всем удачи, хорошего настроения вам, здоровья, пока-пока.